Здравствуйте, я Максим Мадзе. И сегодня у нас Angry Birds Seasons снова. Сегодня мы будем проходить эпизод под названием Go Green Get Lucky. Он посвящен дню 100 Патрика. Поэтому здесь у нас клевер вот тут растет. Такой вот. Вчера, кстати, стрим был. Но вы его не увидите, те, кто не видел. Я его удалил, потому что там некоторые люди плохо себя вели. Эфир стрима пришлось прерывать. Кто плохо себя вел, тебя бан получили. Плохо себя вел один из участников конкурса. Матвей ТВ, он занимал второе место, и так как он бан получил, он вычеркивается из списка участников, так сказать. Также не забывайте, что из списка участников также вычеркиваются те, кто ошибся более двух раз. То есть максимально три раза можно ошибаться. Если два раза максимум ошибиться можно. Если три раза ошибаетесь, отвечайте неправильно, вы вычеркиваетесь. Ты какого хрена ты? Короче говоря, тут очень много денег разбросано. Золотых. В этих каких там котлах, может даже не в котлах, в пазах, не в котлах. Деньги тут лежат. Что-то трава ломается. Вот в этих вот котлах, может кастрюлях, блин, не знаю, как правильно их назвать. Так, один свин у нас по традиции жив. Нет, надо по-другому чуть-чуть. Надо, чтобы этот тоже подох. Если этот сдохнет, тоже будет хорошо. Да не, нифига он не сдохнет. Скорее всего, кстати, в конкурсе только одно место будет. Первого, второго и третьего не будет, скорее всего, потому что бюджетом проблемы могут возникнуть. А также мне деньги самому нужны. А тут 1000 рублей отдам. Также один человек ответил. Этот Матвей ТВ ответил на один из вопросов на одном видео. Сразу три раза ответы. Три раза три ответа написал. Сразу тремя комментариями. Я засчитываю тот ответ, который был раньше всего написан.
ответил он неправильно. Также, если я обнаружу, что кто-то ответил с трех аккаунтов разными ответами, сразу же вычеркиваем из списка тоже. Это нарушение правил. Если я, не дай бог, узнаю такое. Блин. Клевер сломал и все. Ну и как я двумя редами их всех. А вот Чаком надо было, наверное, вот так сразу делать. Не очень-то что-то помогло. Давай, дохни. Нифига себе, мы оба сдохли. Что-то я не знаю, как этот уровень пройти. А может сюда попробовать выстрелить? Не знаю. Теперь надо попасть в того свина, в которого я чуть не уверен, что попаду. Нет, попал, отлично. Yeah.
Традиция есть традиция. Только он остается живым всегда. Лишнее. Проламывается. Это уровень, кстати, 1.6. Да что ж такое, вот до него не добраться просто. Пока может так попробовать. Наконец-то. Правда, не факт, что с этими свинами это сработает. Нет, сработает. Все сработает. Я что-то сомневаюсь, что синяя троица проломит эту деревяшку. Yeah.
Золотое яйцо, надо бы достать его. Достать его, конечно, будет непросто. Это попасть так, чтобы он... Прямо до яйца долетел. Это я не знаю, как у него долетели вообще, я не помню. А, я, кажется, понял, как надо. Вот так вот. Почти, почти долетело. Ладно, теперь начинаем проходить уровень. Но только не так. Вон даже шляпка падает сверху. Да что ж такое, что ли? Что-то от этого динамита толку мало. Блин. Не успел, ну ладно, все равно не успел. Шо? Этот уровень сложный достаточно. Вроде я пытался пройти его. Может, в этот раз получится более-менее пройти. Но что-то я сомневаюсь. Что это может получиться легко. Yeah.
Вот так, прошли. 21 минута прошла, это какой у нас уровень? 10. Еще 5 уровней у нас. Надеюсь, что мы их быстро пройдем. Но... Усач, натронись. А, ну этот уровень был несложный. Вот так вот. Так, это 12, еще 3 уровня. Наконец-то, наконец-то.
осталось два уровня. И последний уровень остался у нас. Почему-то здесь нет короля свиней. Это очень странно, потому что это по традиции Angry Birds должно быть. На последнем уровне король свиней. А здесь почему-то его нет. Ну-ка. Так попробую. И еще раз. Наконец-то, ну наконец-то. Я уже думал, это не сработает. Так, и золотое яичко. Ред тоже в шапке. Ну что ж, вот так вот мы прошли этот эпизод. И сегодняшний вопрос такой: на каком из этих уровней было спрятано золотое яйцо? Три варианта ответа. Это 6, 8 или 11. Пишите в комментариях, мы их обязательно проверим. Ну что ж, на этом все. С вас лайкосы и подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал и на группу ВКонтакте. Все, всем пока.